Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «День» в студии Александра Лощиц. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Каково быть бездомным и как выжить в этом мире лицу без определенного места жительства? Весна вступает в свои права, мытищинцы рассуждают о долгожданном наступлении тепла. Началась четвертая седмица Великого Поста. Эти и другие темы в материалах наших корреспондентов. Жизнь – очень непредсказуемая вещь. Не знаешь, как она повернется в следующее мгновение. Как так получается, что люди остаются без жилья и вынуждены жить на улице, в подвалах или на чердаках? Что делает для бездомных людей наше государство? И как пережили эту зиму мутищинские бомжи? Подробности в специальном репортаже нашего корреспондента. Павел и Ирина живут на улице уже несколько лет. Павел приехал в Москву на заработки из Екатеринбурга. Сам он из детдома и говорит, что вряд ли кому-то нужен. В Москве устроился на стройку, но работодатель отобрал паспорт, поэтому в свой город вернуться не может. Пытался получить документы в паспортном столе Мытищинского района, но там лишь развели руками. Так и живет в статусе попрошайки. Иногда собирает металл, порой помогают местные жители. Есть вот здесь женщина верующая. Матушка, мы ее просто матушкой зовем, она в церковь ходит. Она нам каждый день приносит горячий чай, приносит это самое, как бы сказать. Ну, мы вот продукты приносим, там каши, там еще что-то, ну вот крупы. И она нам готовит и сюда приносит. Но есть и такие жители близлежащих домов, которые не рады этому соседству. Жалуются, что бомжи разводят антисанитарию, прикармливают бездомных собак. Это две, а тут по 10, по 12 штук. Это сейчас вот март будет. Да, март, будет. Вот сейчас весна будет, потеплее, все соберутся. Вот здесь вот страшно ходить вот по той вот дорожке. А недавно, по словам местных жителей, сожгли иномарку, стоящую по соседству. Для многих из таких людей первый дом улица, второй – Владимирская церковь на Ярославском шоссе. Каждый день в полдень здесь готовят обед для бездомных уже на протяжении 21 года. В меню первое, второе – горячий чай. Вся помощь таким людям оказывается за счет пожертвований прихожан. Пользуясь случаем, хотелось бы тоже обратиться к нашим мытищинцам, ко всем людям неравнодушным, которых эта проблема тоже волнует, с просьбой о помощи. Потому что эта столовая, она существует только за счет средств нашего храма. А еще отец Дмитрий призывает местных властей обратить внимание на существующую проблему. Он уверен, что в первую очередь помогать бездомным должны чиновники. Это их прямая обязанность. Этот вопрос надо решать на уровне государства. Именно вопрос с размещением, с их проживанием, с какими-то... Опять же, вот они ходят, понятно, что живут они в антисанитарных условиях. Какие-то душевые кабины, чтобы были... В конце 2011 года было издано постановление правительства Московской области, в котором была утверждена региональная программа социальной реабилитации лиц, в том числе и лиц без определенного места жительства. Программа рассчитана на 4 года, и на ее реализацию выделены крупные средства. До 2010 года тема была, но ее никто не запускал в производство. С 2010 года прорыв произошел. И на сегодняшний день вот те нормы Конституции, которые, скажем, статья 39 в частности, они начали практически реализовываться. Принят национальный стандарт Российской Федерации. Это основной документ, по которому на сегодняшний день все права вот этой категории лиц урегулированы более чем детально. Однако пока пользы от новой программы не увидели ни Павел, ни еще несколько сотен бездомных Мытищинского района. Люди без определенного места жительства принимают любое тепло за уют. Например, вот эту теплотрассу сравнивают с трехкомнатными апартаментами. И даже приглашают сюда любых желающих за 100 рублей. Некоторым предлагают выпить горячительного. Однако большинство таких людей обречены на раннюю смерть. Поэтому проблема с численностью бомжей зачастую решается сама с собой. Александр Лощиц, Александр Федоров. Информационная программа «День». Уважаемые телезрители, Мособлпошспас информирует, что 20 марта на всей территории Московской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. К сожалению, зима не сдает своей позиции, и сегодня ожидается сильный снег, местами метель, гололедица, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте аккуратнее. А мы продолжаем программу. Несмотря на то, что календарная весна наступила 20 дней назад, в средней полосе России ее прихода пока незаметно. Чувствуют ли в связи с такими погодными условиями жители нашего города наступление весны, решила выяснить съемочная группа ТВ «Мытищи». Ответы приятно нас удивили. Чувствуете ли вы присутствие весны? Чувствую. Чувствую. А настроение как с приходом весны улучшилось? Да. А чего вы ждете от весны? Хорошей погоды. Да, чувствуется, очень чувствуется.
И хочется, чтобы быстрее она пришла. Так, что еще сказать? А настроение как у вас? Весеннее? Весеннее. Вот за внуком иду, вон играет на площадке. Весеннее настроение. Я люблю весну. Скорее бы листики распустились, все. Все цвело бы, очень было приятно и хорошо. Нет, не чувствую. Вот до обеда промок, сейчас переоделся, иду, видите, опять в зимнем. Да, что вы от весны ждете? От весны перемен. Я жду перемен все время. Обязательно, конечно. А чего ждете от весны? Радости, наверное, солнца побольше. Ну, не знаю, вот улыбок, вот так вот, наверное. А чем хотели пожелать мытищицам? Мытищицам здоровье самое главное, остальное все купим, как говорится. По старой обязательной календарю считать, то 14 марта весна начинается. Так что, если считать, то нормальная погода. А что бы хотели пожелать? Всего хорошего. Здоровья главного. Видите, вокруг все тает, течет. Чувствуется. Да и настроение уже такое. Весеннее. Да, да, да. А чего ждете от весны в этом году? В этом? Чтобы она была дружная. Ведь сразу снег растаял, тепло было. Ну, народ оптимистический, чтобы был настроен. Ну, вообще-то наступление весны чувствуется, потому что птицы уже поют, уже ручьи бегут, солнышко когда светит, уже чувствуется весна. А то, что снег, вот как сегодня, снегопад? Ну и что, это в марте всегда так бывает. Как говорят, весна встречается с зимой или что-то там. Ничего страшного. Мы чувствуем, чувствуем. Хочется уже тепла, чтобы было солнышко. Снег, чтобы быстрее растаял. Хочется, очень хочется. И вам всего хорошего. А настроение как весеннее уже? Ой, весеннее. Когда солнышко светит, весеннее. А когда не светит, ой, прям депрессия нападает такая. Так что всего хорошего. До свидания. Спасибо. Во Дворце культуры Яузы прошел сольный концерт народного хора «Казачьи напевы». Большой зал дворца был переполнен. Огромное количество почитателей настоящей русской песни пришли послушать задорные и лирические, патриотические и романтические произведения. Яркие наряды, продуманные до мелочей, создали особую атмосферу концерта. Помимо взрослых, на сцене в этот день с русскими народными песнями выступили и юные артисты. Они сорвали не меньше аплодисментов, чем их старшие товарищи. В конце учебного года хор «Казачьи напевы» по традиции выступит на сборном отчетном концерте коллективов Дворца культуры Яуза. Театральные капустники – одно из самых интересных и веселых представлений. Актеры театра «Фест» приняли участие в капустном турнире, который на днях состоялся в Центральном доме актера. Их соперниками были актеры московских театров. О том, кто победил в творческой схватке, в следующем сюжете. Дореволюционные театры во время поста закрывали свои двери для зрителей. Поэтому актеры, чтобы не потерять форму и как-то развлечься, собирались за чашкой чая, ели постный капустный пирог и, вспоминая забавные случаи, показывали друг другу сценки. Так зародился особенный жанр «театральный капустник». Организаторы театрального турнира, который состоялся на днях в Центральном доме актера, сочли, что во время Великого поста самое время вспомнить о нем. За победу сражались две команды. Актеры московских театров выступили против сборной победителей все Российского фестиваля театральных капустников «Веселая коза», в которую вошли и актеры театра «Фест». Умение импровизировать пригодилось Антону Кузьменко, Сергею Гришакову и Наталье Ларюниной на сцене дома актера. Мы встретились 12-го, а 13-го уже выступали. То есть репетировали только один день, 12-го. Ну и 13-го там вот чуть-чуть там перед самим выступлением. Поэтому мы в основном разговаривали по скайпу. Вот. И пересылали друг другу тексты, кому что-то, какая-то идея пришла, и вот так вот мы репетировали. С постановками мюзикла, балета и боевика по басням Ивана Крылова сборная справилась лучше москвичей. Мы сделали балет на «Ворону и лисицу». У нас модерновый был балет в стиле Пины Бауш. Вот такой вот балет у нас был. Тоже вроде неплохо. Квартет у нас была «Бандитская разборка», но такого восточного типа, китайского образца. Вот. И «Волк и ягненок» – это у нас был мюзикл. Мюзикл на музыку вот из «Юнона Авось». Однако задания, потребовавшие от актеров специфических знаний, дались победителям «Веселой козы» нелегко. Надо было жюри
блюда, кто из них что любит. Кто-то из них грибочки любит. Там оказалось, что Якубович любит капусту квашеную. Но мы другому человеку вручили, но там никто не угадал, на самом деле. То есть был выбор блюд, и надо было кому-то из жюри с объяснениями отдать. В результате победила дружба, поэтому премиальные командам пришлось поделить поровну. Но и в этом случае без шутки не обошлось. И мы, значит, отсчитали вот нужную сумму, половина, приходим к ним, значит, в гримерку и говорим: ребят, мы, конечно, из провинции, но знаем, что вы здесь в Москве-то получаете не очень много. Поэтому скинулись вот деньгами помочь московским актерам. Вот пришли вам. Да вы что, ребят, честное слово. То есть они за чистую монету принялись все это дело. Ну, мы потом посмеялись, в общем, рассказали, что это призовые деньги, давайте их поделим. Номера, показанные на сцене дома актера, мытищинцы увидят 1 апреля. В этот день в театре «Фест» состоится «Вечер юмора». Надежда Трифонова, Александр Федоров, ТВ «Мытища». У православных христиан продолжается Великий пост. Каждая неделя носит свое название. Началась четвертая седмица, и церковь молитвенно вспоминает богослова Иоанна Лествичника, который написал одно из самых знаменитых произведений в христианском мире – «Лестница» или «Духовные скрижали». Иоанн Лествичник – христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря. Родился в VI веке в Константинополе и получил хорошее образование в юности. В 16 лет переехал в Египет на Синайскую гору. Через 4 года послушания принял монашеский постриг. Иоанн избрал отшельническую жизнь и провел еще 40 лет в пустыне – подвиги безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Впоследствии, в возрасте 75 лет, Иоанн Лествичник был избран братья-игуменом Синайской обители и управлял монастырем 4 года. При жизни Иоанна называли новым Моисеем. Примечательен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он всех приходивших к нему выслушивал и помогал. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которые они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать его духовной пользы собеседования. Иоанн Лествичник является автором одной из самых известных христианских книг «Лествицы» или «Лестницы. Руководство для восхождения к духовному совершенству». Образ лестницы заимствован из Библии, где описано видение лестницы Иакова, по которой восходили ангелы. Святой умер в возрасте 80 лет. Местонахождение мощей Иоанна неизвестно. Уважаемые телезрители, 22 марта в четверг в районном дворце культуры Яуза пройдет праздник, посвященный Дню работника культуры. Для всех представителей мира искусства свои самые лучшие и популярные произведения исполнит квартет «Теноры 21 века», струнная группа электронной музыки и степ-группа Николая Караченцева. Приглашаются все работники культуры. На этом наша программа подошла к концу. Следите за анонсами программ и смотрите свежие выпуски новостей на сайте www.tvmyt.ru. Смотрите нас каждый день, кроме воскресенья, на телеканале «Подмосковье». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.